В ходе визита в Озинский район губернатор также посетил завод «Силикат», который выступает основным производителем извести на территории Саратовской области. Глава региона побывал на промышленной площадке завода, осмотрел производственную печь и фасовочную линию. Сырье для производства мела сегодня добывается на двух озинских месторождениях. Руководитель завода сообщил, что в планах строительство еще одной печи, которая будет обеспечивать выпуск сырья для нужд завода «Северсталь».